средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 7 противорадиационных ракет «Харм», одна крылатая ракета большой дальности «Storm Shadow», а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс». Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Новопокровка, Водяное, Работино Запорожской области, Любимовка, Новая Каховка, Херсонской области, Горловка, Пески, Володина, Донецкой Народной Республики, Кременная и Новокраснянка Луганской Народной Республики. На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артемовск, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии южной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов-Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено 7 самолетовылетов. Артиллерия группировки выполнена 72 огневые задачи.